Гонки пройдут за парком Победы в селе Никола-Березовка. Их организаторами который год выступает Нефтекамский внедорожный клуб. Члены варм-комитета гарантируют мощный выброс адреналина, причем не только участникам, но и зрителям. В клубе ждут заявок от желающих принять участие. Будет три класса. Передний привод, задний привод, полный привод. Для участников соревнований желательно явиться в 9 часов утра. У нас будет техкомиссия, потом квалификация. В 12 часов будет дан старт. Зрителям желательно подойти к 12 часам утра. Протяженность около километра. Рекорд трассы минута 24. Для участников соревнований обязательно шлем, аптечка, огнетушитель. Принять участие в гонках может любой желающий. Заявки будут приниматься вплоть до начала гонок. Старт заявлен на 12 часов дня. Сами же организаторы будут на месте с 9 утра. Победители ждут призы и подарки, предоставленные спонсорами. Заявочный взнос составит символические 300 рублей. Лилия Гарифуллина, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.